Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я начинаю проходить игру Far Cry 3. В то время, когда она выходила, я ее пропустил, но сегодня я решил наверстать упущенное и начать ее проходить для вас и для канала, конечно же. Ну что ж, давайте начнем новую игру. Так, буду играть я на сложности выживший. Это средний уровень сложности для игроков, играющих в шутеры время от времени. Сейчас будет кат-сцена, и поэтому я замолкаю. Моего младшего брата Райли и его пилотские удостоверения. Где? Где? Да! Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Я-ху! Боже, я не бился в буху с 20 лет. Нахрен отрубился. Держи дверь. Йоу, Джейсон, сюда, сюда. Дип-сип, Джей, я училку лучше. Да. Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгаетесь с самолетов. Как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клёвая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы детишки с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член! На меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка. Я тут царь и бог. Заткнись, сука! Или сдохнешь. Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Кстати, ребят, как вы могли заметить, вроде нет. Озвучка вас реально нагоняет. Как? Такую атмосферу сейчас. Психа. Позови. Что? Охрану. Аж дух завораживает. Так, давайте позовем охрану. Эй, ну-ка сюда. Сюда. Ты чё? Заткнулись быстро, оба! Чёрт! Вот так вот его братец наш вырубил. Вот чему учат в армии. Огромное ему, конечно же, спасибо. Ага.
А у него пушки там нет случаем? А то бы мне пушка не помешала. Да и тебе, я думаю, тоже. Следуйте за Грантом, смотрите, чтобы вас не поймали. Окей, понятно. Да, я в норме. Ну ты куда так? Пошли еще ниже. Куда так убежал-то? Безумие. Меня подожди. Главное, чтобы они меня не заметили. Смотрите, кухаряки. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Так, ну в левом углу нам рассказывалось о датчике обнаружения. То есть если нас видят, то датчик обнаружения начинает гореть. Так, новое учебное задание какое? Так, датчик обнаружения появляется, когда враги могут вас видеть. Шкала заполняется, если враги начинают догадываться о вашем присутствии. Он начнет мигать, если вас обнаружили. Но это я понял, в принципе. Уже писали. Тихо. Давай, убивай его. Автомат возьмем. Или не будем шуму нагонять. Ну, раз не будем, так не будем. Так, у тебя там ножик, бери, как я погляжу. И телефон тоже. На связи. Ладно, возьмем. Эй, кто это? Идем дальше. Пошли. Блять. Стой, что? Черт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Так. Тебе нужно отвлечь его. А как бросать камень? На Е написано. Ну вон, иди посмотри. Что там такое? Просто, блин, вся раскладка на русском, и я не понимаю, на какую Е точно жать. На английскую или на русскую? Вот я люблю, когда в играх русская раскладка. Это, если честно, раздражает. Кто это? Нифига себе. Ну ты крут, братец. О, боже, я не смогу, Грант. Джей, 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 слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно. Ладно, извини. Серьезно? Да окей, окей, поможем, чем сможем. Мы плакали, еще плакали. Как так, у него пушки нету? Вон там казнят людей, как я погляжу. Чё? Чё, забраться не могу? А, вот все. Все, они отвлеклись, побежали. Пошли. Ладно. Меня всегда удивляло в играх то, что противники так на камни отвлекаются или на какие-нибудь бутылки. Не замечает того, что камень летел из какой-то стороны там. Нет, прошу. А нас точно не заметит, а то я уже в этом сомневаюсь. Я не опасен. Нет, прошу.
Ну все, вроде выбрались. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть Герелли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных, а потом домой. Ух, черт! Давай, блин, он не выживет. Да он не выживет, чувак. Беги, Джейсон. Ух, черт, бежим отсюда, пока этот псих нас не пристрелил. Охренеть. Как в него не попали еще до сих пор? Нет, интересно. Хотя нет, сейчас попали. Куда мы падаем? Вниз куда-то. Бежим, 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 бежим. Нужно сваливать. Ты ну хоть у него ножик взял? У своего братца-то. Было бы неплохо, если бы ты его взял. Давай, беги, беги, беги. Че остановился-то? Быстрей, 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 быстрей. Все, готово, почти забрались. Я должен найти Райли и остальных. Пусть они будут живы. Мы надеемся на это, конечно. Да, упустили, твари. Там вертолеты, я слышу, летают. Нажимай, 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 нажимай. Давай, 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 убей этого гада. Да ладно, не ной ты. Нож хоть возьми у него. Ну ты даешь. Хотя бы ножик был бы. Хоть что-то вооружение. Мне кажется, нас сейчас убьют. Давай, беги, беги, беги. Конечно, мост, блин, оторвался. Он такой хлипкий. Что это неудивительно, в принципе. Где я? Что за черт? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь. Но и я
вправе забрать твою. Я Деннис. Джейсон. Бангау. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Повезло, что он нас спас. Красиво тут, а? Да, прикольно. Саламат, Нангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Откуда он знает его фамилию? Твой побег. Знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров. Призывает сильнейших. Он призвал меня. Рахиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот. Деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. $60 он нам дал. В принципе, довольно неплохо. Так, что мы можем купить на эти $60? Ну, только пистолет 1911. Ну, давайте его и закупим. Вот, вместо первого слота. Так, у нас еще открылись две пушки. Пистолеты, пулеметы тоже открылись. Ну, все оружие, в принципе. Вот калашек бы я не прочь купить за $375. Или вот эту винтовку тоже было бы неплохо. Ну, потом посмотрим. Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Так, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. А вот оно что. Ладно, будем искать постепенно вышки. Так, а карту как открыть, а? Стоп, как открыть карту? Не знаю, ребят. Пока что карта не работает, к сожалению. Почему, непонятно. Наверное, это радиовышка. Да. Пошли заберемся. Блин, не люблю горы в играх. Все время приходится их как-то обгибать. И это, если честно, мне не нравится. Так, идем к радиовышке. Надеюсь, тут врагов не будет. Так, а как тут забраться? Вижу. Мятая пачка сигарет, патроны и $38. Неплохо, неплохо. Ах, сволочь такая. А ну пошла вон отсюда. Что ж ты не умираешь-то? Все.
Убили змеюку подколодную, а с нее шкуру нельзя содрать? Нет, нельзя, по ходу дела. Ладно. Голова куклы. А зачем она нам? Мне кажется, все-таки есть змеиная шкура. Почему-то мне так кажется. Ну, не знаю, ребят. Узнаем еще. Так. Вот рюкзак наш. Путеводитель нам, в принципе, не нужен. Я помню то, что тут можно как-то крафтить оружие. Не оружие, а что-то еще. Что-то можно было, короче говоря, крафтить. Ну, всякие там сумки, предположим. И что-то типа того. Ну, я думаю, потом мы это узнаем. Так, да, тут лучше поосторожнее быть. 153 бакса, это не хватит на калаш. Этого уж явно не хватит. Так, что тут у нас? Кубинская сигара. Ладно, выводим из строя маяк. Теперь он наш. Ну и будем потихоньку, постепенно так открывать все маяки. Я думаю, почему бы и нет. Надо думать, как спуститься. С помощью троса спуститесь на землю. А где трос? А, не вижу. Давай, хватай его. Прикольно сделано. Такой вот быстренький спуск вниз. Нам предоставили любезно. Удачно. Отлично. Покажи карту. Откройте карту, нам говорят. Вот, видишь, теперь мы можем. Все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки. Приключения. Остров зовет тебя. О, теперь бесплатно в магазине пушка. Торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Так, окей, подожди. Я хочу сначала закупиться, мне бы не помешало бы. Так, значит, где там можно-то закупиться? Ну вот мы в деревне этой. Только я не вижу нигде тут магазина. Наверное, он где-то здесь, я так думаю. А, нельзя зону задания покидать. Вон оно что. Печально. Ладно, тогда поедем за кабанчиком. Поехали на автомобиле. Так, стоп. Я хочу посмотреть, что это за алмазики такие. Это, скорее всего, какие-то сундучки, да. Я был прав. О, граната. Гранат не повредит, ребят. Граната нам, конечно же, не повредит. 250 баксов собрали. Довольно неплохо. Ладно, поехали на этой развалюхе. Знаете, все больше и больше хочется играть в Far Cry 3. Вот такая вот интересная игрушка. Мне уже нравится. Хотя я в нее там играл, но буквально, ребят, не знаю, минут 30, наверное, от силы. То есть буквально прошел первое задание и все. Так, тут
куча ништячков. Аж 3 штуки. Почему бы их не собрать? Да, ребят? Все больше и больше у нас денег становится. Сейчас доберемся до охотничьих земель. Не волнуйтесь, блин. Так, стоп, а где сундучок-то? Сундучок. Где же ты? Чё-то я не вижу его пока что. Так, ладно, садимся в свою развалюху. Не, ну реально, ребят, похоже, эта машина на развалюху. Больше никак не скажешь. Так, давайте сюда завернем, пожалуй. Сократим, так сказать, путь. Немного, если это возможно, конечно. Найти растения и животных. Но каких? Ага, нам тут листья понадобится собирать. А как собирать-то растения? Вон там я видел одну штуку. Ага, вижу. А, нет, 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 не садись в машину, что ты делаешь? Садиться в машинку не надо. Забираем. Так, и здесь тоже забираем растеница. Оу, щет. Зря я спрыгнул, конечно. Потому что расстояние довольно большое было. Голубой лист надо еще где-то найти. А по карте он где-нибудь тут есть? А, не отображаются на карте эти листы. Так, где-то здесь сундучок. Вот он. Кабанчики, вон я вас вижу. Так, сейчас поближе к ним подоберусь. Так, ты пропался. А второй кабанчик убежал от нас. Гад такой. Вон он, я его вижу. Стой, кабанчик. Куда ты от нас убежать вздумал, а? И от нас не убегай. Так. Надо искать еще один синий лист. Нет, это зеленый, он нам не нужен. Синий бы найти. Не помешало бы. $434, тем не менее, ребят, у нас. Вот я вижу листик. Синенький. Это водоросли, что ли? Обобрать невозможно, рюкзак переполнен. Как же так? Из рюкзака тогда что-нибудь выкинуть надо. Вот, выбросить. Удаляю, удаляю этот предмет. Все, теперь можем взять, что ли? Да. Возвращаемся к машине. Так, мгновенное перемещение у нас есть. Можно было бы, конечно, радиовышку еще открыть. Не помешало бы. Так, где наша тачка? Наша тачка где-то здесь застряла. Вон она, наверху. Сейчас, наверное, вернусь в деревню
и сообщит Деннису, что мы все сделали. Ну и тогда на этом серию нашу закончу. Ох, черт. Вы покидаете зону задания, как же так? Ладно, поехали здесь. Машина просто в хламину превратилась какую-то. Подожди, подожди, я не покидаю зону задания. Чё такое? Эй! Не понял. Чё это было? Я ж все собрал. А, встретите Дениса в Аманаке. Понятненько. Ну, я туда и направлялся, что-то я не пойму. Не, ну блин, не пойду же я пешочком. Туда. А тачки тут нету, придется пешком идти. Ладно, не знаю почему. Но мы почему-то покидали зону задания. Вот опять. Вы покидаете зону задания. А, быстрое перемещение надо было делать. Вот я тупанул-то. То есть можно из любой точки быстрое перемещение делать сюда. Неплохо, неплохо. Так, где-то он здесь. Подождите. Надо забрать отсюда наши пушки. Давай сюда. Так. Пистолеты, пулеметы. Так, штурмовые винтовки. Может, калаш купим? Или СТГ-90 лучше? Знаете, я лучше с отечественным АК-47 побегаю. Экипировать. А, вместо пистолета придется экипировать, ребят. Так, я экипировал его, надеюсь. Так, да, экипировано. Замечательно. Так, уходи, выходи. Макака. Макака. Стой, макака. Прикольно. А вот и Деннис. Деннис, растения и животные у меня. Класс. Подчини природу своей воле. Я научу. Так. Создание предметов. Теперь вот используй оно. Растения и приготовь снадобье. Извиняюсь. Так. Медицинский препарат создаем. Да. Джейс, пару штучек. Ты можешь найти более сильные растения в лесах. О, рюкзаки. Теперь используй. Давайте простой сделаем. Чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет так. Носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да. Подождите. И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Так. Я вот думаю, может, что прокачать. Так, это точно не нужно. Получите дополнительную ячейку здоровья. Нельзя пока что прокачать. Давайте бомбист, что ли, прокачаем. Но у нас нету подходящее количество очков. Теперь я научу тебя захвату. Че ты хочешь, чувак? Теперь.
теперь я научу тебя захвату. Вот, доступно очков навыков. Две штуки. Завершите больше миссий. Непонятно. Вот, выучиваем этот навык. Ты станешь сильнее. Так, и вот этот вот. Выбирай. Хорошо, Джейсон. Все, готово. Татау. Что такое? Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза. О, черт. Нужно ее освободить. Иди, следуй. Так, ладно, ребят, я пока что на этом закончу. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.